Всем большой привет, друзья, с вами я, Смейл, и сегодня мы с Саидом. Всем привет! Демастером. Всем здорово! И Тирасером будем играть в столбы. Да, привет, ребят, привет. Я тут гость. И я поприветствовался. Ну это что? Это так и нужно. Теперь Смейл рассказывает, что мы будем делать. Просто мы не знаем. Вот и правила рассказывают. Да, и правила все рассказывают. Мы ничего не знаем, ты нас позвал. В общем, у нас две команды. Я с Аидом и Тирасер с Демастером. И мы будем прятать блоки, а потом их искать. Правильно? Все верно, да. Все верно, и да. Мы в конце победим. Да, у нас будет столб длиннее. Ладно, что? Ага, смотри, мы нажимаем на кнопочку старт. А нет, стой, не нажимаем. Нет, бафаем. Да. Всем дали? Да, все бафы получили, а теперь жмем кнопку старт. Так, а где мне кирку взять? Ну не начинаем. Ты кирку не взял? Возьми своего этого. А, вот она, все отлично. Так. Отлично. Телепортирует ближайшего к нему. Да, пока что. И мы сейчас играем на карте от... Мы, кстати, не прочитали это, приветствие. А, ну да. Там было. Ну, мы в конце его прочитаем, это будет пока. Ну ладно, тогда сделаем так. А что-то нас все равно мало. Карта, кстати, называется 4 праздника. Ну, хоть не 4 биома. Так, и смотри, Смейл, в одной точке нельзя стоять больше, чем 3 блока. Хорошо. Да, ну если так бежишь, можно их периодически раскидывать, это нормально. Да. Вот, у нас будет 5 минут, правильно, правильно. Все верно. И в конце времени ты должен будешь скинуть все блоки в том месте, где вот время закончилось. Ты стоишь на месте и просто скидываешь эти блоки в этой точке. Ну не скидываешь, ставишь. Да, да, ставишь. Ставишь. Угу. И все. Я думаю, можно начинать. Давайте. Да, раз, конечно. Два, Тирасер. Три. Погнали. Такая классная карта. И как ты любишь, да? Четыре биома. Да, четыре биома. Восемь биома. Просто новые типы для столбов. Люблю биомы, вот просто обожаю биомы. Это мое любимое. Кстати, на этой карте есть телепорты. Да, да. Я уже нашел один, уже использовал его и... Я уже нашел 4 телепорта. Нифига себе. Смысле? Как быстро? Я вообще ничего не нашел. А это же на него все блоки. Ой, а кто это тут на уточке прыгает? Попался, попался. Да какую? А. По уточке Рассер, значит, у нас прыгал, да? Думал, его никто не видит. Подожди, нет, я не на уточке ни на какой. Я вообще вдалеке тут. Уточка Террасера. Да какая уточка Террасера? Расследование, новое расследование. Так. Террасер против коррупции. Ага. А и бредит. Террасер, я знаю, ты туда свой блок поставил. Как я врежу. Нет, этого не было. Это, возможно, был я. А здесь цвет, кстати, да, у нас же один цвет. Да, у нас же один цвет. О, нормально так. Кто-то... Меня Аид заподозрил в том, что я на уточке был. Да, 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 смотри-ка. Да ёкарный баба, я, по-моему, сегодня не совсем умею хорошо прыгать. Паркурить, ты хотел сказать, да? Нет, да, прыгать. Паркурить. Я пытаюсь просто прыгать, и все. Ой, а почему тут можно за карту выбежать? Ну, за карты мы, естественно, не ставим, если что. Угу. А это если я поставил? То, значит, я сейчас побегу за карту и поставлю все блоки. Ладно, я не ставил. Или просто мы тебя можем дисквалифицировать. Нет, нет, за что? А за карты нельзя, типа. Ну, я помню, как-то раз я поставил по фану за карты, и после этого вы мне вспоминали это еще целых недель три. Да, так же, когда мастер постоянно вспоминает, как блин, я паркур проходил правильно. Алмат, я нашел твои блоки. Что? Где? Где ты нашел мои блоки? Я тебе не скажу, а то они узнают, где мы спрятали. Ну все, все. О, я нашел свой блок, но это не мой. А, ну я понял, да. Да, я тоже уже находил твои блоки, ТРСР. Да, конечно, наш верит. Да я уже столько синих блоков нашел. Может быть, это были мои блоки, просто я подумал, что это твои блоки. Все возможно. Что-то летучих мышей много на карте. Угу. Это Бэтмен. А, наверное, потому что эта карта как раз таки, вот эта часть карты связана. Про Бэтмена. Эх, а что делать, если я не могу выпрыгнуть? А что за тупое место, если тут нету нычки? Зачем туда телепорт, если нычки-то нету, а? Если ты не можешь выпрыгнуть, тогда пиши слэш килл. Да, все, я уже разобрался. Так не ты, погоди, а у нас есть... Могу я тэпнуться, да, к Славе? А к Славе, чем? А что, ты застрял? К Славе, да. К другу можно, Так, все, я тэпаюсь. Ух. Ага. Это хорошо, конечно, то, что мы сейчас играем в двух командах, потому что раньше бы мы тэпаться из-за этого не могли. Да, а, кстати, Keep Inventory State, это чуть-чуть только что не уверен. Беспонятнее. Ну, на самом деле, не знаю, непонятно. Зацепился за лаву просто, и это, опасно было. Опасно. А, я понял, место, где можно выйти за карту, такая дырка, да? Да, в обсидиане. Да, выход такой, типа, привет. И там командный блок еще. Да. Видимо, я самый последний его нашел.
Но он еще и телепортирует. Не, я его еще не... командный блок телепортирует, его можно использовать? Да, попробуй, попробуй. Не опасно, мне кажется. Ну я пробовал, в смысле. Game rule стоял у нас, я проверил. Все отлично, как ты проверил? Ну, посмотрел просто, стоял он у нас или нет. А, я думал, ты убился, сходил. Не, если бы я так сделал, эффекты бы упали у меня, честно. А у нас деф, по-моему, нет. Никакого. А сколько осталось у нас тайма? Минута, минута и 15 секунд. Минута и 15 секунд? Ну, что-то у меня еще много блоков. Я бы на самом деле поторопился, блоков маловато. Да, но потом придется делать кладку, а желательно, конечно, без кладок, да, ребят? Да. Да, само собой. О, я нашел еще блок ТРСР. Или свой. И еще блоки ТРСР, нифига себе ТРСР, сколько ты тут напихал. А где, не говори только мне. Да тут они, скорее всего, когда оставили, видели. Тут в этом месте их блоков больше, чем твоих ТРСР. Опс, ошибочка. Блин, вот я прибегаю реально в такие места и вижу блоки демастера. Ну, вот я все-таки в этот раз старался как-то, ну, получше, чем обычно раскидывать. Ну да, нам надо все-таки победить. Итак, время еще раз, сколько у нас? 36 секунд. 36 секунд, ну ладно. Ну все. Не успеваю. Так я тоже не успеваю. Мне мало блока. О, за карту можно выйти. Так. Теперь я нашел это место. Экскурсия. Экскурсия за карту. Да. Так. Еще куда же можно спрятать? Что-то я не вижу хороших мест. Сколько осталось? Тарасер, время очень 11-10 важно. 11-10 секунд. 10 секунд. Эх. 11-10. Да я еще и в паутине в концов застрял. Ах, попался наш паукан Тарасер. Да я не паук. Если бы я был пауком, я бы тогда мог здесь спокойно двигаться в паутине. А я не могу. Тарасер. Эх, время кончилось. Ставим, я уже говорю, не тпшитесь ко мне. ТП Вячеславо. Все отлично. Тут. Оп. Ну, молоко мы теперь не будем пить. Да, молоко зачем мы не будем пить. Сейчас мы, получается, ищем. Да. Ищем. Да, Ума, смотри, тебе нужно искать синие блоки. Да, я знаю. Отлично. Ну, я уже готов, вижу... я включаю таймер. Давай. Давайте, да. Раз, два, и поехали. Все, благодарю. А ты, Росар, тогда побежал, чтобы в разные стороны пошли? Я побежал в сторону ада. Окей, понял. Это же адские террасы! Блин, а кто ставил блоки? Ну, прикалываетесь, что ли? О! Как должно быть, этих, это я? На кометах сверс, так, что, типа, я нужно... А, это я! Да, и окей, я понял, я буду в следующий раз блоки ставить. Я прям чуть кладку нашел. А что не так, демастер? Обращайся. Опа, это клокерка. Там нет блоков. Это фейковые блоки. Я знаю, что есть. Слава, это ты? Да, это Слава. Демастер, это же крутая тактика. Кто мои блоки подбирает? А ты мой блок тоже забрал. Вот, возьми. Он чуть в лаву... Отлично. Это было близко. А что там было? Блок умение. Я чуть не разбился. Но сейчас у команды красных стало больше шансов, потому что нашу кладку... Да боже! А какую кладку? Ты что, Тарасер, кладку сделал? Кладку нашли? Я же сказал, паучи пострял. Тарасер, ну что такое? Так, все. Паутина, меня она застосала куда-то. Блин, короче, я пытался на эти кометы залезть, что-то не получилось. Я забил это дело. Я вспомнил, где я видел много блоков красных, и я пошел. Так, я тоже видел много синих блоков, но... А, вон вижу. Всего. Я один ничего не видел, да, походу? Ну, нас, не знаю, у вас прямо они по всей карте так смотришь, и они расставлены. Да, ну просто кладки делаем, как бы. О, в ракете кто-то выкопал, красава. Все, это я. Красавчик. Да не, Ван Тарасер, на самом деле я верю в нашу победу. О, это ты. Просто решил, ты просто подумал, что Смен как бы мало играл в этот режим вообще ни разу и решил фору сделать складку, да? Ну это само собой. Да, ну я, в принципе, тебя абсолютно поддерживаю в этом плане ТРСР, как бы, да? Я считаю это правильно. Ай-яй-яй-яй. Ну, давать новичкам возможность там тоже поиграть. Почувствовать вкус победы, как-никак. ТРСР, а почему... Я вот только одного не понял. Почему ты в этом месте забрал все блоки, а один, который стрелял вместе с этим, пропустил? Ты про красные блоки? Да. Ну, я потом скажу, в каком-то месте собрал все блоки, но один, который там прямо тоже на явном месте был, ты пропустил. Может быть, я его не заметил. Это я думаю, я бы специально не стал. Ой-ой-ой. Пробегать что мимо? Наверное, а слышишь, Тарасер, ты сможешь туда на кометы найти запаркурить? Я туда не смог. У меня что-то, ну, я, видимо, только ты проснулся. Ты можешь попробовать включить гейм-мод и залететь туда. А, нет. Какой гейм-мод? Тарасер, что за советы странные у тебя? Знаешь, что? Не надо так делать, конечно же. Это давай-ка так не шути. Ну, было бы забавно, конечно, если бы у нас был гейм-мод столбы.
Столбы в режиме гейм-мода. А сколько у кого блоков? Или так нельзя? О, это нельзя. Ну, у меня 76. О, Алмат, ты уже с елки собрал, да, у них? Да, у меня 22 уже. Жатло. Нормально. Жесть. Ну, у нас побольше. У нас 86 у Демастера, у меня 73. Ну, я знал примерно. О, надо же, так хорошо спрятал Демастер здесь блок один. Тебе нравится? Классно, да. Я Демастер, как бы, да. Так, осталось, кстати, нормально еще времени. Еще нормально времени? Да, еще минута и 50 секунд. О, это жестко, я считаю. Unreal, да. Unreal проиграть. Так. Там такой блок вы еще не нашли. А ты на кометы забирался, Алмат? На какие кометы? Ну, вот где кометы такие есть. Ты туда залазил? Хорошо, объяснил. Нет. Я на кометы тоже не залазил, но походу у них там есть блокер, если Аид про это говорит. А какие кометы? Да кометы, ну мир такой с кометами, Терсарда, просто паркур, я не смог его сделать, потому что ну бас. Ааа, все, понял. Блин, ну там крутой телепорт был, сейчас залезу. Какая нычка была. Я туда залезал, помню. Да, и я тоже. А тут уже все забрали? Да. Ракету уже полностью облутали. Где еще могут блоки? Я в последние минуты просто ничего не могу найти. Я тоже уже перестал находить. Ага. Наверное, мы уже нашли все блоки. Наверное. Нет, я вот только что нашел. Да блин, куда я свалился? Нет. Да что ж такое? Блин, так поставили, что приходится выбираться, ломая блоки. Ладно, нормальная ситуация. А тут почему никто не спрятал, а? Я тоже пару мест нашел очень крутых, которых никто не спрятал. Да, всякие телепорты, знаете? Да, всем было лень на кометы прятать. Тут вообще ничего нет. Или кто-то уже все. Или кто-то все забрал. Да. Так, Террасер, что там как? Да ищу, хожу, ищу. Ходишь, а время ходишь? Как? Время. Вы про время? Время осталось 15 секунд. А, 15 секунд. Вау, ну окей. Так, ну блоков как-то реально я сейчас уже не могу найти. Да, я тоже. Продолжительное время. Да, все. Ну блин, ну так блок поставили, что я не могу его выкопать. Ну что, вы издеваетесь, что ли? Да мастер, че ты жалуешься? Все, я выкопал его. Все, ой, время как раз закончилось. Все, отлично. Я в центре. Так, я тоже туда бегу. Ну, надеюсь, на демастера. Ну, мы я тоже здесь. Потом скажу, сколько. Ты запомнишь, сколько у тебя было ТРСР блоков, потом скажешь мне, сколько у тебя было. Да, я запомнил, сколько у меня. Так, все, я бегу тоже в центр, где вы. О, давайте выпьем так, молоко. Сейчас... А, смотрите, здесь как молоко. Раз есть эти места, где блоки ставить. А, только надо бы ночное видение все равно выдать, а то здесь темновато немного. Угу. Все, выдадим. Но я видел парочку прикольных мест, где они вот, я прямо их за секунду, ну, за секунд 20 до того, как мы закончили, там наши блоки лежали, то есть они точно не все наши блоки нашли. Ну так, да, наши блоки строй, строй первый, тоже. Строй первый столб. Кто? Смотри, сейчас я делаем, то есть сначала первый человек строит битва. Столб, а потом второй ТТ боится на него и строит продолжение столба. Окей, это все. Батл. Хорошо. Хорошо, не хочешь первый начать строить? Вот сюда. Да, вот давайте я первый, а, вот сюда вот, да? Да, в эту точку. Так, окей. Давай. Два, три. Давай, делай его, делай быстрее. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Неплохо. Ну что? Неплохо. Так, ТРСР, давай на тебя портность, ТП, ТРСР. Ой-ой-ой. ТРСР теперь я оставлю. Все, я понял. Ты меня сбросил, а хотел перепрыгнуть туда. Так, ну что, Аид, ты будешь ставить? Да, сейчас он ко мне тэпнется, да, давай. Сейчас тэпать. Я тэпнусь к Смейлу вообще-то и буду. Блин, ну Смейл так много нашел, что я даже не знаю, получится. Ну на самом деле, да, очевидно же, что вам уже не победить, только если. Там потолок, кстати, уже. Ну, если Алмат нашел 16 блоков, то да, как-то бы сложно это все считать. Ну мы можем занять хотя бы второе место, если что. Ну блин, ну так. Что, Террасер мало блоков нашел, если честно, я планировал. Ё-моё, он нас обогнал. Я нашел 9. Я-то нашел 17 блоков. Всё, ты мастер красава, просто затащил. Ну блин, ну какого фига? Ну давай, ставь свой блок. Тоже 9. 9. Всё, вот мы с Аидом 2 нубаб оказались, а получается Смейл де Мастер 2 про. Причем, знаете, что прикол? Вот этот блок, который ты на Санту поставил, ужасный блок на Санте, я не знаю. И вот... А, реально он просто затащил. Так не знаете, вот, я вот только выкапываю его, и таймер заканчивается в эту секунду. А так вот, я не понимаю, кто вот этот вот блок не выкопал. Вот такой блок ко мне. Где? Вот он. Ну да, да, это же вообще. А, лол, а что он там? Он что-то. Ну он, видимо, смешался. Жесть!
Я здесь пробегал несколько раз. Ну, я обидно, конечно, обидно. Один блок всего лишь, один блок. Да. Не, ну прикольно получилось, мне понравилось. Два на два. А, кстати, я вот сюда вводную еще не заглянул. А смотрите, наверху на лампе есть еще красный блок, а? А что за лампа? А как туда-то попасть? Это через комету, наверное. А, понял, где-то. Да. А, я на это дерево вообще не забирался, даже туда не ходил. А, кстати, ну у нас были очень жестко блоки спрятаны, прямо очень чтенно. Хотите, покажу? Вот, да, в облачке есть один. Ну, где есть облачко, один очень крутой блок. Очень крутой два блок. Блока у нас внизу вы не нашли. Вот, а ТП на меня сделайте, ребят, ТП на меня сделайте. Угу. Все. А как? Их невозможно увидеть. Можно. Невозможно. Так, мы, это про какие блоки вы говорите? Тут стоял блок, выкапывал. Я это место заметил только потому, что кто-то из вас сюда блок поставил. Я, кстати, тоже эти блоки видел. Я вот сюда заходил. А как их выкапывать-то? А, да, точно так же, как я выкапывал блоки Аида, прыгаешь и выкапываешь. Которые он на комету ставил. Ну, это прям очень жесткое место. Да, но я поставил два блока, понимаешь? Эти всякие двери под нами, смотрите, а? Система огромная коридоров. Надо включить геймплей просто из-за. Смейл, смотри, в чем фишка. Я просто, может, и не знал, ну, до конца, возможно, тебе правила объяснили, но если ты видишь какое-то место, где прям нереально выкопать блоки, ну ты считаешь, да? Ты можешь сломать блоки рядом, чтобы их подснуть, чтобы забрать, предположим, и так далее. А, все, все. Просто бывает то, что видишь, в Майнкрафте блоки поставить проще, чем их собрать. Вот поэтому такие есть небольшие, ну, дополнения к правилам. Вот. А тут да, на самом деле было очень много всяких секретных нычек. Да, здесь было очень много мест, которые мы просто не использовались. А когда уже искал, я столько всяких телепортов нашел, которых не мы поставили, не вы, но я думал, то, что вряд ли уже успели выкопать. А, вот здесь еще блоки ваши, я смотрю, какой-то за картины целых два блока. Ну, много ваших. Ну, у нас на самом деле так часто бывает. То, что мы уже в конце находим всякие крутые нычки. Это что, я где вообще? А где вы ваши еще-то блоки не нашли? Я вот сейчас перемещаюсь, ваших особо не вижу. А я сейчас нахожусь как раз на спавне, и здесь мы хотели прочитать начало приветствия. Угу. Сколько? Вот два блока ваших я нашел, и все, больше нету нигде. Вот, смотри, а, вот еще один блок демастер нашел. Так, еще были блоки, я просто не помню конкретно, куда я их положил. Вы решили сейчас все блоки, что ли, найти? Да, а Тарасер, знаешь, про какое место? Ты около елки выкопал все блоки, да? А на этой снежинке там был блок, ты его не выкопал почему-то. Я еще надеюсь на тот момент, когда Аид возьмет еще один синий блок и поставит, и будет ничья. Я знаю, что он троллит всех. Да, я знаю. Так долго это не может продолжаться. Может быть, он это сделает только после того, как мы закончим серию. Да, ну что ж, мы на этом заканчиваем серию, или вы хотите прочитать все-таки... Да вот здесь привет. Прочти, что там. Карту делали Рейн 2727. Да, и... Фераксити. Фераксити. Фераксити, да. Правила стандартные, удачные игры. О, отлично. На самом деле было все просто. Мы уже сыграли, а только удачные. Да. На этом все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. С вами были Аид, Смейл, Демастер и Террасер. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока. Да, ребят, всем пока.